Всем привет, друзья! Это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагирова Иван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. И сегодня челлендж. Ребят, ну что ж, погнали! И... задал мне челлендж Михаил Крюшонков. Надеюсь, я правильно прочитал твою фамилию. Челлендж называется «Давакин наркоман». Зачисти локацию, будучи под скумой. Блин, ребят, мне кажется, это будет очень прикольно. И комментарий, который попадает в видео, это Михаил Цар. Часа не прошло, а уже 1500 просмотров. Ваня, ты... популярен. Ну, я не думаю, но все равно спасибо. Кстати, у Михаила Саара есть крутой канал, и там такое нехилое прохождение Fallout 4 выживания. Так что оцените. Ладненько, друзья, давайте. Я немножечко подготовился. Что я сделал? Так, стоп, мне нужно выйти вот сюда. Я побежал у местных каджитиков. Купил себе скомы. Да, сейчас вам покажу. Так. Зелье. Скума. Вот она, наркотическая скума. Я, честно говоря, никогда не играл под скумой. И мне будет очень интересно. Давайте поставим буковку F. И, ребята, это еще не все. Я даже нашел, знаете, какую скуму у меня оставалось? У меня есть еще красноводная скума. Тоже какая-то прикольная. Обязательно я попробую. Ну, мне кажется, это более мощный наркотик, более... И еще, знаете, для фана я взял себе лунного сахара. Чтобы, не знаю, закидываться и тем, и тем. Ну, скума, по-моему, делается с лунного сахара. И какую-то локацию. Я, честно говоря, не стал выбирать какую, потому что мне было времени. Так что, ребят, давайте поставим сюда маркер, потому что вроде бы тут какая-то локация должна быть. Я очень надеюсь, что я ее найду. Так, ребят, я играю на сложности легенда. Игра легенда. Теперь я бегаю с этой булавой. О, да. Своего, конечно, имбового зачарования она не получила. Но если вы хотите посмотреть, как я ее прокачаю в следующем видео, можете зайти в ссылочку чуть ниже. И давайте, наверное, ее выставим на быструю кнопочку, и нужно еще зачаровать. Так, это у нас единичка, булава, бала. Вот, сейчас поставлю на единичку. Давайте сохранимся. Что у нас из криков? Из криков я, наверное, сегодня попробую высасывание жизненной энергии. Ребят, еще раз сохранились и пойдемте. Пойдемте. И, кстати, я свою девочку, да, я ее отправил домой, ребят. Серьезно. Потому что я хочу побегать сам. Не знаю, мне всегда нравилось бегать самому. Как-то спокойненько, тихо. Никто там никого не стреляет. Ты получаешь весь опыт. Ну и... дэмэдж получаешь весь. Ну, с другой стороны, это классно, ребят. Это полноценно, мрачно и... Воу, смотрите. А я вижу какую-то локацию. И это какие-то руины. Ой, как хорошо. Ой, как классненько. Ой, как вообще классно. Так что сейчас... сейчас, я думаю, будет неплохой такой вот квестик с этими руинами. О, вот эти вот блики, которые добавлены в Special Edition. Блин. Дракон. Отстань, дракон. Я не хочу сейчас с тобой драться. Серьезно, мне сейчас на тебя просто нет времени. Ну что ж, ребят. Подчинение воли. Я юзну. Воу. Не, дракон. Еще один дракон! Ребят, вы что? Вы что? Отстаньте. Отстань. Просто отстань, дорогой. И не мешайся. Высасывание жизненной энергии. Сохраняемся и... воу! Ребят, а это нифига себе какие руины. Нифига себе какие руины. Я же заплевался. Оу. Так.
Не-не-не-не-не, дорогой. На! Получай. Воу. Давайте сейчас с этим. Вроде проседает. Отстань, отстань, отстань. Так, нам главное сейчас с одним разобраться. Нам помогают. Нам офигенно помогают. Подождите, оружие у меня, зачарование ушло, ушло, ушло. Быстро вызываем. Да ладно. Получай. А, крик. Поехали. Ой, хорошо-то как. Дракончик нам помогает. Броня у нас качается. Душа. Ты моя. Это мне напоминает какое-то первое свое прохождение. Я там поглощал души. Блин, как же круто. Спасибо, 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 что сделал мне такой квест. Какая локация. Ну что ж. Скуму, скуму, скуму мне нужно поставить. Скума, давайте ее, наверное, на семерочку поставим. И... закидываемся. Закидываемся скумой и проходим локацию. Вот это да. Это, наверное, будет непростая локация, ребят. Крайне непростая. Так, заберу. Заберу, заберу. Ну-ка, пойдем. Вау. Так, мне дальше нужно. О, тут какой-то парнишка. Заберу камень душ. Что тебе еще есть? Какие-то ингредиенты, но больше ничего такого ценного. Ладно, идем дальше. Ой, мне кажется, что здесь будет что-то очень крутое. А там посмотрим. Так, драгоценные камушки. Мне интересуют только драгоценные камушки, камни душ, потому что булава наша поглощает души. Порабощает. Вот как долго будет действовать скума, я даже не знаю, но сейчас будем периодичностью, не знаю, каждые 3-4 минуты закидываться или каждые 5 минут. Так, я уже слышу. Ой-ой-ой, это музыка, когда, знаете, начинается какая-то локация. Ой-ой-ой, милаха уже ходит. Малышек там уже ходит, уже ждет нас, да? Ага. О, привет. Нормально. Получай. Щит не будем выбирать. Давайте попринимаем урон. Снимем у него защиту. Ой, там еще какой-то появился, да? Так, на всякий случай сохранюсь, потому что могут меня убить очень быстро. Бонитовая секира. Конечно, тебе заберу. Конечненько. Ой, грибочек, может, я заберу? И тебя. Так, давай. Ой-ой, он меня стреляет. Он меня стреляет. Наверное, тут лучше взять щит. Ого! Через щит? Я не знаю, он попал, видно. Фига себе. Ого, ого. Я что сделал? Я выкинул булаву. Я что, издеваюсь? Так, и я не то нажал. Ага, смотри-ка. Теперь заново нужно ее кидать. Избранная. Хорошо, сейчас окину. Вот, блин. Все. Доставай, доставай, доставай. Воу! Погоди. Погоди, погоди. Давай, 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 давай. Получай. Ой-ой-ой. Получай. Гад. Мне пипец. Мне, ребята, пипец. Хотя можно сейчас попробовать выпить какое-то зелье. Нормально. Живой, 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 живой. Вот это, друзья, повезло. Так, все, поехали. Поехали, бешеный мясоруб.
Вот так вот, ребят. Бонитовый лук заберу. Вот так вот. Давайте сохраняться. Я, наверное, использую еще какие-то плюшечки. Давайте... воплощение дракона юзанем. Да! Да! О, вот теперь я себя получше чувствую. Ну давай, двуручник, говоришь? Ты один? Если он один, то можно щит убрать и поставить блокирование. У меня стоит отлично. Я вообще, по-моему, блокирую, наверное, 90% его урона. Ой-ой-ой, вот пропустил. На. Получай. Стой, 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 дорогой. Высасывание энергии, хотя... это было крутое добивание. Очень круто, давайте скуму. Приняли. И погнали дальше. Так, там у нас меч. Мне нужно еще осматривать все урны. Все урны, потому что тут для меня... спрятали очень-очень крутые камушки. Очень богатые камушки. Так, стоп, а куда? Канал какой-то. Что за канал? Так, погодите, дайте тут осмотреться, не пойму. Ребят, я то ли выполнял, может быть, не выполнял этот квест. Ну, это было очень давно, потому что я не помню. Что за черт? Что это? Активировать пазл. Этот саркофаг наглухо заперт. Чтобы открыть его, нужно два предмета. Ого! Ого, ребят! Так это не такой же простой квест, оказывается. Я что-то не помню его, ребят. Может быть, я его выполнял? Это было так давно. Вот это да. Вот это вот я хорошо зашел. Девочка наша отдыхает дома у меня, ее и отправил без напарника. Посмотрим, как я выживу. Так, стоп, я оттуда пришел. Или откуда я пришел? Я уже запутался. Так, сохранюсь. По-моему, вниз нужно. Где-то какие-то ловушки срабатывают. Я не пойму, где это. Тут у нас есть лут. Давайте заберем драгоценные камушки. И секиру не буду брать, потому что она очень тяжелая и не сильно дорогая. В основном будем эбонитовое собирать. Вот она. Пробежали. Воу! Это изи. Изи-бризи. Хорошо-то как. Так это просто собрать лутик? Ну да. Хм. Отключаем ловушки. Как говорится, от греха подальше. И идем дальше. Так, здесь я уже был. Ну, грибочки эти не собирал. Эту урну я не забирал. Давайте-ка ее зачистим. Заберем ингредиенты и... и дальше, ребят. Мои драгоценные камушки, я вас обожаю. Тут пусто, пусто, пусто. Так, стоп, там заперто. Может, сюда? Наверное... а, наверное, тут разделено на несколько локаций. Я должен сначала в одной ключ забрать. Потом... да, ребят. Самое время скумочки. И сохранимся. Так, дайте-ка посмотрю, что мне тут с оружием. Нормальненько все. Не, нужно тебя зарядить, дорогой. О, да. Булава боли. Это притом она не прокачана, ребят. Если вы хотите узнать, как я прокачиваю оружие, а в следующей серии обязательно ее прокачаю, можете заглянуть на ссылочку под видео. Вы обалдеете. Не, вот эти вот изи драурги. Вообще, вообще на изичах проходятся. Давай, 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 давай. Они мне не наносят урон. А я порабощаю их души. Вау, блин, я уже забыл, как
Как так весело играть, когда противник не умирает сразу. Так, это у нас тут веселые ловушечки. Воу, что-то я не обошел. Не обошел, нифига. Какие ловушечки. Так, а здесь что? Так, все эти руины мне напоминают одно, то, что сейчас будет очень много противников. Ну что ж, у меня есть еще одна скума, которая она у меня в единственном экземпляре. И давайте ее выпьем, посмотрим. Ну, не знаю, тик почему-то никакого эффекта, я не пойму. Может, из-за того, что я вампир? Может, из-за этого никакого эффекта? О-о-о, ребят! А по-моему, эта скума намного эффективней. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как их много тут. Так, тут в любом случае нужен циклочек, да. Взлетаем, дорогие. Взлетаем. Ого, ребят. Тут я, наверное, сейчас отгребу лящей. Ого, вот это вот я понимаю, друзья, скума. Вот этот рассыпался очень быстро. Давайте от тех спрячемся. Получай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там лучник. Я лучников боюсь. Давай спрячемся. Вау, вы только посмотрите, как мутно. Вот это вот скума, ну действие. Ой-ой-ой-ой-ой. Выскочил мой друг. И давай сражаться. Сражайся. Так, быстрое лечение. Быстрое лечение. Юзаем. Отлично, отлично, отлично. Тот перешел на ближний бой. Не-не-не-не-не, их тут трое. Их трое, господи. Так, ребят. Так, что нужно делать? Нужно юзнуть наш белый флакон. 50% одноручно. Есть. Промазал. Ха-ха-ха. Иди сюда, мой маленький. Ой! Ой-ой-ой! Ой-о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 й
Здоровье, господи, господи. Вот, запас здоровья увеличен на соточку. Сонное дерево, но у него тоже какой-то будет сейчас эффект. Как будто я пьяненький. Давай, давай, вставай, 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 вставай. Да, да, ребят. Точно сегодня будет какая-то наркоманская серия. Вы только посмотрите. Доставай, доставай, ближний бой, поехали. Просто мясорубка. Блин, пропускать не очень надо, ребят. Ой, второй пришел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, крики, 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 циклончик. Не-не-не, дорогой. Тут туда улетел. Ой-ой, у этого что-то много жизни. Крайне много. Давайте этого сначала убьем. Оу, умер? Как так? Он разбился? А, моего давакина уже нет. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Не-не. Еще где-то противник, я вижу. Два маркера. Не, вот он, красавчик. Вот он, мой маленький. Господи, сколько вас! Так, закидываемся с кумой. Ты куда? Ты куда, 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 дорогой? Какая-то мелочь. Куда они все убегают? Ребят? Ребят, вы куда? Я знаю, они за подкреплением. 100%. Бля, просто свалили. Они просто взяли и свалили. Офигеть. Не, ну, я, честно говоря, не хочу этих ребят пропускать, потому что у них довольно дорогой лут. О, нет. Оружие, оружие, оружие. Как у нас там? Лайтфхак от Глеба. Если мы натягиваем, идем быстрее перегруженные. Ну да, но это если, по-моему, прокачан перк. Там же, по-моему, тоже ребята были. Давайте их соберем. Сейчас вызовем нашего барыгу и все попродаем. Все, 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 все. Так, сейчас, секунду. Отличненько. Так. Забираю все. Тебя тоже все забираю. И.
Давайте, наверное, в таланты залетим. Черный рынок. У тебя множество вещей. Торговаться с тобой это всегда так увлекательно. Увлекательно. Ну что ж, давайте купим щит у него. Так более эффективнее, как мне написали. И попродаем. Льда. Так, зефир нет, лук продаем. Да. Да. И это обратно продаем, но все равно мы как бы в минусе. Не как бы, а в минусе. Так, зелье. Что можно продать? Что мне не нужно? Блин, сопротивлению холода, мне кажется, это пригодилось бы мне. Антипатии. Скума еще 22 штуки осталось. Ветка паучков я не хочу продавать. Юзать их сейчас. Вино можно продать, я не знаю. Ну, блин, ребят, наверное, все. Да, наверное, все, что я могу сейчас продать, мы уже продали. Можно рубины попродавать, сапфиры. И все. Все денежки забрали. О, милая, блин. Это более эффективно. Сохраняемся. И отправляемся дальше. Что вы, ребятки, вернулись, да? Вернулись, наверное. Оружие нужно зачаровать, потому что крайне быстро зачарование уходит. А этот бонус, который они дают, мне очень полезен. Кто не знает, отнимает 20 единиц запас силы, отнимает 20 единиц магии, но это мне не надо. Если противник умирает в течение 3 секунд, заполняет камень души. Я, честно говоря, тоже крайне полезный баф. Какая-то книга. Тайна принцессы Талары. Том 2. Это тут не... Ой-ой-ой. Это было близко. Ух ты какой. Да ладно тебе. Не-не-не. Не пойму, че они убегают. Ненавидят, блин. Думаю, это какой-то нарик. Не знаю, сколько я уже скумы, но я вот каждые 5... Привет, дорогой. Я против тебя даже не буду щит использовать. Хотя... Это, наверное, тот парень, который тогда убегал. У него жизни было уже мало, и просто он за пару ударов распался. Так, там же пусто. Пусто. Куда мне нужно? Куда? Или сюда? Или туда? Ой, нет, мне нужно сюда. Привет, мой маленький. Приветик. Так, судя по всему, если я сейчас его возьму, то меня ждет сюрприз. Да? Да, ребят. Меня ждет... Ёпрысы ты. Лучник. Получил. Так, спокойненько. Главное не нервничать. И достать щит. Достал. Зачарование есть еще. Проседают. А где его оружие? Где его, друзья, оружие? Так, высасывание жизненной энергии. Быстрее. Не знаю, видите или не видите, но он все-таки умирает быстрее. Заметно. Так. Ой-ой-ой, кто это по мне? Ай-яй-яй, еще один лучник, ребят. Еще один лучник. Быстрое лечение. Тут нам очень помогает щит. Сохранились. Выпили скуму. Так. Ой-ой-ой. Этот крик, кстати, действует на двоих сразу. Вы заметили? Тяжелая броня качается у нас очень быстро. И у нас новый уровень, ребят. У нас новый уровень. Блокирование качается. Ну да, когда два военачальника, драурх военачальники нас лутят, это крайне полезно. Но и смертельно, ребят.
Ой-ой-ой, наверное, давайте повышать уровень. Просто когда вы повышаете уровень, то... Магия. Магия, 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 магия. Да, я странный, я качаю магию. Окей, у нас 3, а у нас 4 перка. Так, чтобы можно было прокачать. Одноручное оружие. Господи, если я боевую стойку не прокачал, это ж на 25% сильнее. И безжалостный удар. Ну, я даю, ребят. Одноручное оружие 99. 99, и сколько это? Господи, там осталось чуть-чуть. И мы сейчас прокачаем последний. Что там вообще последний? Силовая атака при движении назад парализует противника с вероятностью 25%. О, неплохо. Так, щит. Щит, мне тоже один уровень нужно, чтобы прокачать еще раз. Так, ладно, очки оставляем. Давайте, ребят, а ну. Давайте, блокирование. Дайте мне одно блокирование, дорогие мои. Ну. Не, по-любому оно сейчас должно прокачаться. Потому что они наносят быстренько урон, но я блокирую очень много за счет своих предметов, за счет его прокачки. Все, блокирование 80. И что же мы делаем? Мы делаем следующее блокирование. На 40%, но у нас еще зачарование на вещах. Так что у нас, наверное, сейчас будет блокирование просто... Одноручку нужно качать, ребят. Одноручку. Соточка. Соточка, ребят. Одноручное оружие у нас сотня. Так, это двуручное, стоп. И мы сможем прокачать. Теперь максимально. Надо попробовать. Еще плюс 25%. Так, надо еще попасть. Я что-то не сильно умею пользоваться. Что за ерунда? Я не могу. Как это? Сильно атакой назад двигаться. Я сейчас умру. Пока буду использовать вот это вот все бафы. Давайте выпьем крови. А, вот смотрите. Смотрите. Он застанился. Вы видели? Я не знаю, что вы там видели, но он меня сейчас убьет. Ну, я мазила. Воу, у нас Майкл Джексон. Ладно. Отстань. Давайте так попробуем. Получай. Вот оно как действует. Видели? Ну просто ты еще отходишь, и шанс на то, что попадешь, довольно небольшой. Давай бей. Вот смотрите. А, ну там тоже еще шанс есть. Так что это не всегда. Да. Сейчас бы поставить какую-то музычку. Да, это распространенный бах. После которого... Вау! Это мы забрали один. Один ключ, и у нас есть еще. Еще один. Так, наверное, там нужно зачаровать нашу булаву. Так, стоп. Оружие. Дайте-ка я стрелы уберу, потому что мне крайне не нравится, когда они есть. Теперь заберу молот, точнее топор. И... А где же выход? Как же мне выйти? Как мне максимально быстро выйти? Но сначала мы пособираем все драгоценные камушки. Выпьем еще скумы. Ребят, скума, по-моему, работает та только... жесткая, опасная, которая у меня была всего лишь один тюбик. А такая скума вообще, по-моему... Давайте посмотрим активные эффекты. Уязвимость к огню. И все, ребят. И все. И больше ничего. Я не знаю, что вообще нам дает эта скума. Выпью еще одну. Но, по-моему, ребят, или что-то сломалось, или просто на вампира не действует. Скорее всего так. Ну, я же не знал, ребят. Я же не знал, так что не серчайте на меня. Я все равно побегал. Так
Давакин наркоман и, блин, ну не знаю. Не знаю, я вроде пью и вот еще одну закинулся. Почему никакого эффекта? Оружие. Точно же, мне на семерочке стоит скума, да? Скума. Осталось еще 17 штук. Храм. Куда это мы попали? Дверь открылась. А, это мы попали там, где были. А где же вторая локация? А вторая локация, по-моему, где-то здесь. Так, стоп, я отсюда зашел. Вот, вот где-то вот здесь, потому что я видел или сверху, или снизу была какая-то локация. По-моему, сюда мне, да? А, нет, отсюда буду выходить, значит, вниз. Да, вот она, вот она. Здесь второй ключ, который нужно будет найти. О, и тут нас встречает милаха. Привет, дорогой. Приветик. Надеюсь, ты тут один. Потанцуем. Получай. Не понял. Там что, мах еще? Ой-ой-ой, ребят. Ой-ой-ой-ой. И тут я же запаниковал. Слава богу, что это лед. Против льда у нас отличная защита, но все равно кто-то нас дамажит очень-очень-очень-очень больно. И это бобо. Это ой, какое бобо. Это ты меня бил, да? Да, это этот гад. Лед. Лед нормально. Лед мне не страшен. У меня супер сопротивление льду. О, да. Да, ребят, это будет, наверное, еще то. Второй уровень. Нужно найти второй череп. Блин, череп. Нужно посмотреть, как он хоть выглядит. Так, кто там бежит? Кто там бежит на парах? Со всех скоростей сбегаются ребят. Ребят, все, всем привет. О, смотрите, тут у нас мертвец, с которого заберу лутик и сундучок. И больше ничего. Угу. Дружочек, где ты там бежал? Где-то нас поджидают. А ну дайте посмотреть на этот череп, который я нашел. И просто интересно рассматривать сейчас все вот эти вещи. Уникальные. Вот он. Ключ, череп. Сарека. Сарека? Жесть. Вот это да. Вот это да, ребят. Ну что ж, на этом я буду заканчивать свое прохождение. Сори, ребят, всю локацию не смог пройти, она большая. Извините, у меня нет времени, извините, да. Челлендж был, нужно было как бы весь, всю локацию пройти. Но я сделаю это как бы две серии, так что под скумы пройду еще вторую серию. И всем огромное спасибо, ребят. Все. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. В группе ВК вы можете кинуть челлендж. Каждый четверг я провожу челлендж. Это ваши заявки, я исполняю. Ну, понятное дело, не всегда я могу сделать то, что надо. Я выбираю то, что хочется. И еще выбираю лучший комментарий. Или просто какой-то комментарий и кидаю в начале видео. Так что присылайте, друзья. Все, всем счастья, мир и пока.